Неделя, и Николай Замятин воплотил идею, которая родилась у творческих сотрудников детского сада номер 273 еще в сентябре прошлого года. Тогда в гости к малышам пришли пилоты известной в России авиагруппы «Стрижи». Пообщались, высадили здесь деревья и договорились дружить. Идею граффити на фасаде поддержали родители, средства выделили в мэрии, эскиз согласовали, и работа началась. Центральный персонаж – не воспитанник детского сада, а собирательный образ улыбающегося мальчишки. Ребенок держит этот маленький самолетик, игрушечный, заметьте, самолетик. Это все-таки намек на то, чтобы военные самолеты никак не касались ни детей, ни взрослых. Вот он просто играет, и дай бог, что это будет и так дальше, что в играх и останутся самолеты. Безусловно, МиГ-29 на фасаде тоже есть, взлетающий в ясное голубое небо. Это копия тех самолетов, на которых летают стрижи. Детям очень нравится, они следят за этой работой в течение всего периода, пока Николай Замятин рисует такую красоту, смотрят в окна и, соответственно, проходя в дошкольное учреждение, все постоянно заглядывают и проверяют, когда же все, скоро ли будет все готово. Сами стрижи, пилоты авиагруппы, говорят, подшефных садиков у них в России два. Один в Чебоксарах, тоже стрижи, но такой шикарный фасад только в Барнауле. Фото и видео граффити они уже получили, впечатлены. Если хотя бы один мальчишка, глядя на все это, пойдет в авиацию, значит, мы свою жизнь прожили не зря. Тот самый возраст, когда, в общем-то, мальчишки должны определяться, наверное, со своей будущей профессией. А авиация, самолеты, полеты – это всегда очень прекрасно. Так что вот прекрасный фасад, прекрасная аэрография. Официального мероприятия по случаю появления граффити в детском саду проводить не планируют. Но стрижи, говорят, дружить обязательно продолжат. Возможно, в следующем году вновь прилетят в Барнаул на один из праздников и тогда оценят граффити вживую. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком.